День добрый, это сборная модель от фирмы «Звезда», советская противотанковая пушка ЗИС-3 в 72-м масштабе, состоящая из 32 деталей, непосредственно из самой пушки и трех фигур. В коробке ненужная мне информация, инструкция, как всегда простая и понятная, ну и самое интересное, линейки с деталями. Их два, и они в пакете. Честно, не понимаю этого, то есть пакет, то нет. Но, в общем, не суть. Фигуры состоят из нескольких частей. Сама пушка имеет хорошую детализацию. И, конечно же, подставка, на которой очень удобно будет красить модель. Разумеется, после сборки. Тут, как всегда, отделяем от литника детали с помощью бокорезов. Зачищаем ножом и проходимся шкуркой, убирая ненужные нам швы. И далее соединяем детали друг с другом. Если говорить о ней, о сборке, то лично мне модель показалась сложная. Довольно-таки тонкие места соединений, и прикладывая чуть больше усилия, чем надо, можно все переломать. Плюс отливка тоже не очень, то есть соединение деталей с литником. В процессе зачистки можно срезать лишнего или вовсе отломать часть. По окончанию сборки получаем подвижную модель. У нее поднимается и опускается ствол. И если я правильно называю, то сошки сдвигаются и раздвигаются. Фигуры в наборе я не трогал. Постараюсь сделать отдельный ролик по покраске. Кстати, о ней. Для начала база. Тонким слоем в несколько слоев. Затем высветление, что логично более светлой краской для придания объема модели. Следующий этап у меня – потертости до металла. Делаю их мягким карандашом. Ну и в конце пачкаем модель пигментами. У меня здесь три цвета. Получилось чуть грязнее, чем хотелось, но результатом я доволен. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.